Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас по плану, по расписанию очередная распаковочка. Я наконец-то приготовила для вас новиночку, тапочки, вторая часть. Кто не смотрел видео, как я рисовала эту коллекцию всю ночь, обязательно посмотрите. На мой взгляд, очень интересное, залипательное видео получилось. А я решила прям постараться и сделать 12 пакетиков. Почему, могу объяснить. В последнее время наши коллекции были достаточно маленькими. Например, вот эта коллекция, по-моему, 6 пакетиков. Здесь 6 пакетиков. Поэтому коллекции в последнее время становится мало. И я решила сделать большую коллекцию Тапули. Тем более вы ее любите. Это видео набрало 660 тысяч просмотров. Огромное спасибо вам за это. Мне очень приятно. И давайте начнем рассматривать наши тапочки. Это первый тапочек, который я нарисовала. Скажу честно, над пакетиками я не особо старалась, но внутри здесь невероятно крутые тапочки. Пакетики все равно мы с вами будем рвать и выбрасывать, поэтому не сильно я-то и особо и старалась над ними, но сделала их много. Долго рисовала, скажу честно. Почти две ночи потратила, чтобы доделать эту коллекцию. Но в первую ночь там выключили свет, 2 часа я сидела просто, поэтому немножко затянулось все это дело. И давайте возьмем один пакетик. Хочу взять, давайте вот этот вот с кофе. Кладем сюда. А, кстати, я специально взяла вот этот вот кармашек и положила сюда, потому что каждый раз я забываю его приклеить, чтобы в этот раз точно не забыть. Коллекция кошельки. Хочу взять вот этот, он мне нравится меньше всего. Такой какой-то не очень аккуратный получился. Сегодня мы, к сожалению, заканчиваем коллекцию обои на телефон. Это Huawei смартфон. Также сегодня мы с вами заканчиваем мою любимую коллекцию Ugi. К сожалению, это последний пакетик. Ночевка из прошлого видео. Коллекция из прошлого видео. Ночевка у подруги. Меня в комментариях, не помню кто, но кто-то просил взять вот этот пакетик фигурный. Бесконечная коллекция пластыри. Давайте вот этот и вот этот. И давайте еще вот этот, 3 возьмем. Но здесь еще у нас очень-очень много. Еще распаковывать и распаковывать. Также огромная коллекция дизайн карточек. Хочу взять вот эту карточку. Мне кажется, маловато у нас сегодня пакетиков получилось на распаковке. Хорошо, что есть вот эти большие коллекции. Можно взять несколько пакетиков сразу, чтобы видео было подлиннее. Пока я не забыла, сразу хочу открыть на коллекции 200 тысяч. Огромное, кстати, спасибо вам за подписки. Буду благодарна каждому, кто подпишется. Не забывайте подписываться. Вот здесь я сделала такую вставочку, чтобы не клеить на уже готовые наклейки. И кармашек мы наконец-то приклеим сюда. Прикиньте, сейчас выключили свет. И сейчас, кстати, с минуты на минуту нам должны привезти мебель. И мне очень интересно, как они будут поднимать на наш высокий этаж без света. У меня просто обычно стоит и искусственное освещение, и свет из окна. Сейчас мы просто обходимся светом из окна. Искусственное освещение у нас выключилось. Теперь картинка получается не настолько яркой, но я все равно хочу доснять это видео. Потому что по расписанию сегодня должна выйти распаковка. Так, дальше давайте Ugi. Какая крутая коллекция. Я ее просто обожаю. И остались последние Ugi. Я даже не помню, какие они. Давно рисовала. Совсем забыла про этот принт. Очень красивые такие Ugi под номером 6. Приклеим их сюда. Вообще, я очень люблю принт Луны. У меня вообще Луна ассоциируется с собой, так скажем, потому что меня зовут Айнур, а это переводится как свет Луны. Поэтому этого принта должно быть много на моем канале. Это вторая страничка.
И давайте еще раз взглянем на первую страничку. Мне первая гораздо больше нравится, особенно вот этот принт и этот. Я очень долго старалась и рисовала, и получилось очень круто. Обои на телефончике. Здесь у нас разные телефоны. Сегодня откроем Huawei. Эту коллекцию я, кстати, хотела сделать побольше, просто на одной странице уместились все телефоны. Я думаю, в принципе, достаточно. Даже не хочется заклеивать эту прекрасную бабочку, но посмотрите, какая красота. Малыш держит в руках игрушку и спит. И здесь у него такая морковка висит. Мне очень понравилась эта картинка. Я решила нарисовать. Очень жалко заклеивать эту, но придется. Готово. И эта коллекция у нас закончена. Вот так вот открывается телефончик. И вот этот вот так вот открывается. Дальше у нас коллекция кошельки под номером 6 кошелек. Вот сюда. И вот такая денежка нам попалась, $5, достаточно яркая, с таким бананчиком. Клеим в кошелек. Аккуратненько. И закрываем. Теперь хочу показать вам новиночку. В принципе, она оформлена так же, как и в прошлый раз. Да-да-да-да, все выглядит вот так. Это первая страница, вторая и третья. Листиков много. Принты старалась делать такие, которых раньше не было. Так, нам попался вот такой тапочек. Смотрите, какой он классный. Мне он очень нравится. Специально показываю вам вблизи. Получился невероятно аккуратный. Под номером 2. То есть это вот сюда. Один тапочек уже на месте. Дальше в этом каталоге осталось всего две коллекции. Это ночевка с подругой и дизайн-карт. Ночевка с подругой, что берем с собой? И нам попался вот такой миниатюрный корейский крем для рук под номером 4. Не знаю, как вы, я обязательно каждый вечер мажу руки кремом, а то у меня очень сильно сохнет кожа. И когда я иду с ночевкой к подруге, то обязательно беру с собой крем для рук. Крем его сюда. И дизайн-карт. Здесь у меня должна быть насечка. И вот такая красота нам попалась. Очень милая карточка. Правда, рисовала я ее буквально за 2-3 минуты. Но получилось очень мило. Хочу приклеить на первую страницу. Готово. И давайте перейдем к старому каталогу и закончим пластырем. Любименький. Вот
Открываем. Под номером 38 вот такой пластырь нам попался. Под номером 39 вот такой пластырь. Зебра в сочетании с розовыми пятнышками. Этот пластырь мне совершенно не нравится, потому что его разукрашивала не я. Он весь в разводах. Но наклейку делала я. Под номером 7 вот такая вот. Ее мы клеим сюда. Мне хочется по порядку вот так вот приклеить, но у них есть свои номера. 38 и 39. Это сюда. И эта страница почти у нас собирается. Не знаю, на ноутбуке есть зарядка или нет. Если есть, то я быстренько постараюсь смонтировать, и когда уже будет свет, выложу для вас это видео. Конечно, хочется выложить пораньше, но как там получится, я уже не знаю. Всем огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду благодарна каждому, кто подпишется и поставит лайк. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.